В пострадавших от паводка населенных пунктах проводятся аварийно-восстановительные работы. С подтопленных участков сошла вода. В Аулиход с самого раннего утра не смолкает шум спасательной техники. На наиболее пострадавших местах продолжается работа. На сегодняшнее утро восстановительные работы продолжаются. Работают сегодня 10 осенизаторских машин, 4 мотопомпы, 3 эскаватора работают и еще один мини-эскаватор. Фронт работы у всех есть, все обозначено. Расчистка русел, дорог, расчистка, отвод воды. Вот самая главная задача – это сейчас все откачать, все подворья, где есть вода, откачать, а потом уже завтра. Я надеюсь, что сегодня вечером мы закончим откачку воды полностью. А завтрашнее утро уже пойдет работа по расчистке домовладений, улиц. В восстановительных работах принимают участие немало людей. Это специалисты службы спасения, сотрудники сельских администраций, да и все неравнодушные жители района. В момент нашего приезда работники местного дома культуры грузили в автомобиль бутилированную воду для ее дальнейшей доставки населению. Не остаются в стороне и медицинские работники. Сотрудники врачебной амбулатории вместе с главным врачом Центральной районной больницы совершали подворовой обход на предмет выявления необходимости оказания медицинской помощи. Продолжается работа комиссии по определению ущерба. По словам главы поселения, уже ближе к вечеру картина по цифрам будет ясна.